Вот Лайт, 9 класс, модуль 5. Грамматический справочник. Comparatives – степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительная степень употребляется при сравнении объектов. Превосходная степень указывает на высшую степень качества у того или иного объекта в группе подобных. После прилагательного в сравнительной степени обычно используется than – чем. Anne is shorter than Helen. Перед прилагательным в превосходной степени обычно используется определенный артикль than, относящийся к определяемому существительному. После прилагательного в превосходной степени часто используется in или of. Lena is the youngest of the three sisters. Row is the funniest person in the class. Образование степеней сравнения прилагательных и наречий. К односложным прилагательным добавляется er для образования сравнительной степени и est для образования превосходной. Small – smaller, the smallest. Примечание. В прилагательных с ударной гласной между согласными последняя согласная удваивается. Hot, hotter, hottest. Большинство двусложных и многосложных прилагательных образуют сравнительную степень с помощью more – более, а превосходную с помощью most – наиболее. Sociable, most sociable, most sociable. Примечание 1. Двусложных прилагательных, оканчивающихся на согласную плюс y, y заменяется на I и добавляется er, est. Easy, easier, easiest. Примечание 2. Прилагательные clever, cruel, friendly, gentle, narrow, quite, shallow, simple, stupid образуют сравнительную и превосходную степени сравнения как с er, est, так и при помощи more, most, friendly, friendlier, more, friendly, friendliest, most, friendly. К наречиям, совпадающим по форме с прилагательным hard, fast, early, late, high, low, deep, long, near, straight, добавляется er, est. Fast, faster, fastest. К другим наречиям quickly, slowly, easily добавляется more, most. Исключения. Good, well, better, best, much, more, most. Far, farther, further, farthest, furthest. Bad, badly, worse, worst. Little, less, least. Примечание elder, eldest употребляется для описания людей из одной семьи. Her elder, elder sister is an architect. Типы сравнительных оборотов s плюс прилагательное плюс s употребляется, чтобы показать, что два объекта чем-то похожи. В отрицательных предложениях употребляется not as so as. The blue skirt is as expensive as the red one. Less плюс прилагательное плюс than выражает различие между двумя объектами. Противоположностью является more than. Paul is less successful than his brother. The least плюс прилагательное плюс of in употребляется для сравнения объекта с двумя или более схожими объектами. The opposite is most of in. She is the least ambitious person in the company. Much, a lot, far, a little bit, slightly. Плюс comparative выражает степень различия между двумя объектами. Brian is slightly older than Claire. Comparative употребляется, чтобы показать увеличение, уменьшение чего-либо.
The traffic gets worse and worse every day. The plus comparative показывает, что два объекта изменяются, и эти изменения взаимозависимы. The longer the day went on, the more tired she became. By far plus the superlative подчеркивает разницу между объектом и двумя или более схожими объектами. Last year was by far the best the company has ever had. Expressing preference – выражение предпочтения. Для выражения общего предпочтения употребляются I prefer plus noun in to plus noun in. I prefer vegetables to meat. I prefer painting to drawing. I prefer plus to infinitive plus rather than plus beer infinitive. I prefer to go out rather than stay at home on a Saturday. Для выражения ситуативного предпочтения употребляются I'd prefer plus to infinitive plus rather than plus beer infinitive. I'd prefer to go to a restaurant rather than eat in. I'd prefer plus noun plus rather than plus noun. Would you like some tea? I'd prefer a glass of water, thank you. I'd rather plus beer infinitive plus than plus beer infinitive. I'd rather go to the concert than stay at home.